Мы на Селезневском не ходьбы. Здесь очень много народу. Слышны ведущие и диджеи. Есть аниматоры. На протяжении маршрута будет 4 точки активности. Чирлидинг, группа барабанщиц, держава и сольное выступление на гитаре и саксофоне. В начале старта нас экипировали, дали нам футболки. Участникам предлагается пройти маршрут по набережной реки протяженностью 2022 метра. Всероссийский день ходьбы проводится в рамках программы ОКР «Олимпийская страна» и является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех во всем мире уже более 20 лет. Мы хотим спросить у участников мероприятия, почему они сюда пришли. Я пришел сюда, потому что меня пригласили на станцию юных техников. Я не могла пропустить такое большое мероприятие, ведь спорт – это здоровье, это жизнь. Я пришла, потому что мне сказала прийти мама. Я пришел сюда из-за того, что здесь обещали давать медали. Я пришел сюда со своими родителями. Мне сказали, что дадут шоколадку, поэтому я сюда и пришел. Но шоколадку дадут только на финише, именно поэтому я и пойду. Мы идем по набережной. Мы же на полпути. Мне интересно узнать, как настроение у участников мероприятия. У нас хорошая погода, а хорошая погода – это хорошее самочувствие. Мое настроение отличное, только жалко, что не взял самокат. У меня хорошее настроение, только обидно, что путь очень короткий. Настроение хорошее, погода хорошая, чувствуем себя хорошо. Ой, хорошие мои, болят ножки у меня. Настроение замечательное, светит ярко солнце, чувствуется слабый ветерок. Я иду быстро, родители мною довольны. Мы наконец-то дошли до финиша. Каждый из нас получил золотую медаль в виде шоколадки. Ну, точнее, шоколад в виде золотой медали и диплом. Сейчас мы спросим участников мероприятия, понравилось ли им или нет. Мне очень понравилось, было интересно и весело. Это очень хорошая разминка для ног. А еще в конце мы получили дипломы и шоколадные медали. Я очень рад. Мне очень понравилось, я потренировала ноги. Я не жалею о том, что пошел на этот конкурс, потому что на финише здесь играет башкирский Рамштайн. Я не жалею, что пришел. Родители мною довольны. Вот нам тут грамоты дали, медали. У меня очень хорошее настроение, ясная погода, очень довольно-таки теплый день. Вдали виден туман и играет довольно-таки ритмичная и хорошая музыка. В принципе, все прошло довольно-таки хорошо, мне понравилось.